Быть волонтером – это больше, чем работа. Это люди, которые хотят принести пользу обществу, ничего не требуя взамен. Они каждый день отдают частичку себя другим. Когда дело касается защиты своей родины, очень важно иметь при себе арсенал необходимой экипировки. Так, в одном из кабинетов районной администрации села Натырбово, где собираются волонтеры команды «Добрые сердца», сегодня кипела работа. Более 10 человек одновременно плели сети для наших бойцов, которые находятся в зоне СВО. Мы эти сети закупаем огромным полотном. Ну, полотно больше по 1000 метров квадратных. Вот. Потом мы режем определенные 120 на 60, это 5 на 5 у нас квадратных. Потом мы оплетаем. Мы обрабатываем ее, чтобы сажаем как на каркас. Потом натягиваем. Уже каждая из сотрудниц может делать всю работу от начала до конца. Уже как сформировалась группа, одни и те же постоянные. Дома быстренько дело свои сделали и сюда. Здесь отбыли и вечером опять домой. Каждый привязанный к сети лоскуток женщины вкладывает особый смысл. Ведь это возможность спасти чью-то жизнь, спрятать и укрыть от врагов бойца, чтобы он вернулся домой живым. Значит, сети не только по одной, бывает и по две, и по три, и по четыре берут, сколько кому надо. Спасибо, да. Спасибо. Вот сейчас эти есть. Сегодня, как никогда, всем важно быть одной большой дружной командой в поддержке земляков в зоне специальной военной операции, как говорит Наталья Косицына, глава Натырбовского сельского поселения. Сказать, что все девочки, которые у нас здесь, они все достойны. Достойнее всего, конечно, Лена Каличенко, которая была инициатором с ее семьей. Они, конечно, молодцы, но они на себя взвалили огромный труд. Всех бы нас, наших девочек, они все у меня молодцы. В преддверии Нового года поздравили волонтерскую команду депутаты районного совета во главе с председателем Совета народных депутатов Александром Брянцевым. Ежедневно вы вносите свой вклад и делаете жизнь защитников-участников СВО легче и комфортнее. Спасибо вам за это. Ваша работа неоценима, отметил председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Души за эту работу. Спасибо, спасибо. Молодцы. За такое, что там доверили, ну как выделили меня. От финансовых средств. Это вот депутат Совета. Спасибо. 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 Спасибо.